Каждый поход на работу для Надежды Дорощенковой начинается с неприятной картины. Переполненные мусорные баки и отходы на улице Папанинца, где она живет. Вот мусор, который скопился в баках, сверху баков, большой кучей, переворачивают автоматически в мусорку, он выпадает и весь потом разлетается по нашей улице. Загрязнение участка между Ядринцевой и Челюскинцев началось год назад, когда в многоэтажку напротив заселились жильцы. По словам Надежды, они начали выкидывать отходы в мусорные баки, которые принадлежат частному сектору, потому что так удобнее, чем в свои. Но все люди вообще с логическим мышлением. Но несут, ну как можно запретить? Я уже двоих останавливала, меня отругали, облаяли и все. И сказали, что я старая противная женщина. Что несите в свою мусорку, у вас там есть дворники, которые убирают. У нас нет дворников. В итоге отходы разлетаются по всей улице. Чтобы не усугублять ситуацию, жители частных домов вынуждены носить свой мусор в баке многоэтажки, которые находятся в 200 метрах. Надо вопрос решать, чтобы администрация, то есть мирно, чтобы дополнительные баки просто там поставили, можно даже подключить к тем бакам уборку дворников. Там-то осталось нас всего 3 жильца на той улице. Изначально мусорная площадка была установлена с учетом норм количества бытовых отходов на душу населения. Поскольку численность человек в частном секторе не увеличивается, установка дополнительного бака нецелесообразна, сообщили в городском комитете ЖКХ. Помимо дополнительных мусорных баков, есть другое решение этой проблемы. Это такие специальные ограждения. Они не позволяют разлетаться по всей округе мешкам и, соответственно, берегут территорию от загрязнения. И в целом, это хороший вариант. Однако в комитете ЖКХ считают, что сейчас оборудовать площадку не имеет смысла из-за новостроек, которые вскоре должны появиться рядом с многоэтажкой. Площадка на этом месте носит временный характер. Она уже была перенесена от переулка Ядринцева в связи с застройкой квартала. И поскольку застройка квартала продолжается дальше, эта площадка и снова будет перенесена, поэтому на данном месте ее оборудование нецелесообразно. А пока мусор лишь продолжает копиться и загрязнять территорию Папанинцев. Поэтому пенсионерам в частных домах ничего не остается, кроме как самим убирать отходы за ленивыми соседями из многоэтажки. Данил Кузнецов, «День с толком».